Друзья, всем привет! На глаза попались вот такие вот коряги. Будем импровизировать. Для начала мы их распилим, как того требует композиция. Итак, приступим. Вот такие заготовки получились, вот эти основные у меня. Так, где еще? Вот две. Доработаем, так как формы, углы тут присутствуют ненужные нам. Вот эту вот часть надо закруглить. Теперь наждачной бумагой. Друзья, обратите внимание, почему я выбрал эту ветку. Внимательно посмотрите. Вот это глаз. Это морда, но это, соответственно, тело. То есть опять сегодня делаем животное какое-то. Придуманное животное, несуществующее. Вот это у меня будет хвост, так как похоже очень. Вот я придумал, что соединим вот таким образом. Здесь, конечно, нужно опять доработать. Немножко закруглить, скруглить. Обработать наждачной бумагой. Ну а теперь можно приклеить. Наносим термоклей. Пожирнее. И фиксируем. Дальше нам нужно изготовить стойку сразу, так как композиция просит этого, чтобы было таким образом. Так вот примерно и будет. Наносим клей. Фиксируем. Такая вот стойка у нас будет. Теперь расположим вот так вот животное. Крутил я, вертел, нашел самое подходящее положение вот таким образом. Давайте приклеим. Чуть-чуть сместим. Вот, пусть будет так. Теперь давайте придумывать лапы. Попробуем разные ветки. Так, вот это вот примерно самое подходящее пока что. Так, вот откусываем с запасом. Всегда с запасом делать нужно, отрезать. На две, думаю, хватит. Только если я пополам сумею раскусить. Так. Нет, что-то не то. Нам важно, чтобы был полукруг немножко такой. Вот он здесь есть, но его мало. То есть на одну хватает, на другую нет. Так, как же сделать? Давайте попробуем откусить. Так вот, интересно, конечно. Интересно, интересно. Так. Кусаем так. Срезаем под углом.
нужно очистить. У меня есть вариант вместо вот этого, вот так вот смотришь, как будто это пальцы, но мы их отрезаем, приклеиваем для начала. Таким образом. А дальше возьмем, так, это у нас семена клена, потрошим вот таким образом и делаем пальцы. Так, раз, два. Еще один сделаем. Думаю, достаточно будет. Достаточно. Так, и три. Пусть будет вот так. Теперь вот этот обрезок будем использовать каким-то образом. Давайте вот так вот также откусим. Также срежем под углом, прикинем, нормально, термоклей, фиксируем и делаем пальцы. Так, клей наносим. Еще один. И делаем еще один. Так. Оп. Фиксируем. Теперь сделаем передние лапы. Возьмем вот такую ветку. Чутка потолще. Так. Прикидываем. Угу. О, вот так. Вот так вот. Откусываем. Это у нас выдуманное животное, поэтому делаем по-всякому, не соблюдая никакие стандарты. Тем оно интереснее будет. Так, приклеиваем вот таким образом. Так, делаем пальцы, или как там называется у выдуманных животных. Так, приклеим. Так, еще один. Вот так вот. Теперь сделаем с другой стороны. Также прикидываем, как лучше. Ну вот так только один вариант. Так. Немного подзакруглим. Угу. И так приклеим. Нет, срежем. Наносим клей. Фиксируем. Так, дальше возьмем еще этот, как он там, семена клена, короче. Так,
клей нанесли, зафиксировали. Еще один. Сделаем еще один. Так. Клеек. Фиксируем. Как у росомахи. Так вот, лапы есть. Возникла такая идея. Сделать вот такой вот... Как это назвать? Хребет, короче. Вот таким образом. Эта процедура долгая. Но попробуем. Вот так вот. Все, наверное, не буду вам показывать. Вот таким образом, в общем. Сделаю, покажу. Думаю, стоит еще сделать на кончик хвоста. Штуки 3. Сделаем 3. Так, еще одну, да? Наносим клей, фиксируем. Так, 3. А что-то как-то не нужно ли сюда еще? Давайте-ка сюда еще приклеим одну. Так вот. Вот так гармоничнее как-то. Ну, в принципе, у меня все. Сейчас приберусь на столе и покажу вам, что получилось в результате. Итак, друзья, вот такое вот чудное животное получилось. Ну, это ящер, по большей части, с мордой тюленя. Согласны? На тюленя похож. Ну, вот такая импровизация. Попались на глаза ветки. Вот решил сделать такую композицию. Ну, в целом так неплохо получилось, думаю. Выглядит похоже на животное. Ну все, у меня на этом все. Очередная подделка из веток, из коряк. Все, пока, всем удачи, счастья, радости, успехов. Всего самого доброго и наилучшего. Все, пока. До встречи на канале.